40-летняя Виктория Бонни подалась звездному ажиотажу на челке. Бывшая участница «Дома-2» тоже решила подстричься. В этом сезоне многие российские звезды отважились на эксперименты с прическами. Теперь к ним присоединилась и Виктория. Телеведущая опубликовала черно-белый кадр, на котором она позирует с длинной рваной челкой. «Как вам мой новый стиль прически? Мне идет челка. 100 лет думала отрезать, но не решалась», — призналась звезда реалити-шоу. Действительно, Бонни экспериментировала с длиной своих локонов и даже делала каре, но челку отрезала только сейчас. Большинству поклонников Виктории ее новый образ пришелся по душе. Некоторые отметили, что звезда стала выглядеть моложе. «Очень идет. Вы с ней какая-то другая, дерзкая. Ну и плюс, говорят же, челка молодит, это правда. Очаровательная. Как-то по-голливудски. Челка нынче в тренде, и вам очень с ней хорошо. Да? Очень нравится. Посвежели и помолодели сразу», — высказали свое мнение фолловеры. Одна из поклонниц сравнила Бонни с Брижит Бардо, французской актрисой и певицей, секс-символом 1950-1960-х годов. Сейчас Виктория упорно работает над своим весом. В то время, пока многие пытаются похудеть к лету, как Лариса Гузеева, Бонни наоборот хочет поправиться. Звезда мечтает, чтобы ее формы стали более женственными. Усилия телеведущей уже дали первые результаты. Виктория призналась, что бойфренд-миллиардер стыдился ее в ресторанах.